очень рад вас всех приветствовать в самом центре культуры и спорта нашего города. Это Nike Box MSK. Очень крутая площадка. И сегодня мы здесь вам представим новую форму футбольного клуба «Спартак Москва» и компании Nike сезонов 2018 и 2019 годов. Домашняя форма выполнена в классических красных цветах. При создании этой джерси наши дизайнеры вдохновлялись доспехами гладиаторов. Это очень хорошо видно в разных оттенках джерси. Очень круто выглядит. И мы говорим про то, что наши атлеты, наши болельщики будут с гордостью носить наши джерси как на матче, так и вне матча. Если перейти к джерси выездной, то здесь мы говорим про то, что мы наконец-таки вернули полосу. Роман Зобнин! Александр Дашаев! И Михаил Игнатов! Как тебе? Как ощущения? Ну, мне нравится. На самом деле, уже на протяжении третьего сезона, ты говоришь, и мне всегда она нравилась, всегда на уровне. Сейчас нравится, что появилась полоса красная на гостевой форме. Здесь она легкая, удобная. Будем в этой форме добиваться результатов. Большинство болельщиков воспринимает форму в первую очередь с точки зрения дизайна. Да, вот как раз мы про полосы говорили. Как профессиональный футболист воспринимает форму? На что в первую очередь он обращает внимание? Безусловно, футболист в первую очередь обращает на удобство и комфорт, и ничего не должно его отвлекать во время игры. Расскажи, пожалуйста, не только о своих ощущениях с точки зрения технологий, но и ощущения, когда ты надел на себя майку футбольного клуба «Спартак Москва». Сложный переход был, и я понимаю, что это историческое противостояние двух команд. Но я уже привыкаю, можно сказать, к новым цветам. Буду делать все, чтобы показать болельщикам, партнерам по команде, на что я способен. Буду добиваться того, чтобы играть в стартовом составе. И это самая главная задача для меня на этот сезон.